Так, ну что, непонятная ситуация у нас происходит. Все заболевают, все болеют. И все снимаются. И учитывая карантин, который нужно соблюсти, а это 14 дней, так-то, по сути, все успевают к старту чемпионата России, но они успевают именно пробыть этот карантин. А нужно-то подготовиться. Карантин-то подразумевает не тренироваться. Вряд ли существуют какие-то таинственные изолированные катки, так сказать, специально для болеющих. Поэтому, конечно, многие не успеют подготовиться, и будет такая форсированная подготовка, в связи с чем возможно снятие. Даже с учетом того, что спортсмены уже будут полностью здоровы. И все это значит, что дорога открыта. Она, в принципе, и так, учитывая неудачные выступления, как, например, в случае с Сашей Трусовой, неожиданный результат по итогу. А здесь, учитывая вот эти снятия, ну тогда вообще, по сути, с кем бороться. Поэтому на этом чемпионате может совершенно спокойно выступить и Женя Медведева, и даже Алина Загитова. Непонятно, в какой она форме сейчас находится. Но Даня говорит, что тренируется. И это самое главное. То есть, если все снимутся, кто будет выступать? А тут Женя и Алина на подстраховке. И потенциально это может быть очень интересное соперничество. То есть, мы вернемся где-то на 3 года назад. То есть, все может произойти даже в самый последний момент. И чемпионат России здесь не исключение. Поэтому, безусловно, нужна подстраховка. Нужны запасные. И, конечно, было бы здорово снова увидеть Алиночку и Женечку на соревнованиях.